привет, это Михаил из Украины. Меня зовут Анатолий. Пожалуйста, Миш, держи. Мы я под Даури, Грузии находимся. Полет на параплане, но кто не знает, напоминаю. Скажи, идем назад, идем назад. Да, идем назад. Да. Садишься, садишься. Ну, понял, есть, понял. Понял. Расслабься. Девочки делают. Устрою, блин, короче, полы. Ты справишься. Все нормально. Тебе страховка не... Я тебя буду придерживать, чтобы ты нормально стоял. Ага. Спасибо. Ну, кроссовки не послетали. Что кроссовки не послетали? Не, не послетали. Это слетает, конечно. Можно спуститься, да? Все летают босиком. Просто босиком летают. Сейчас мы дождемся ветерка. Мишка, камеру не бросай. А что, типа... Да хотя бы как-то, она вроде привязана. Все нормально. Все предусмотрено. Вот так, подумаем. Вот бокал взял и побежал. Готов вперед. Сейчас побежали вперед. Побежали, бежим, бежим, побежали, бежим. Побежали, побежали, садись. Сейчас, садись. И все, полетели. Да, левую все. Коленку вообще. А, красавчик. Давай правую коленку вверх. Да, все, супер. Чтобы не было вот этих резких упадов вниз, вот это что-то у меня как-то это, природно меня, ну, не это у каждого человека сделать. Это воздушный ям называется, но они присутствуют в турбулянции. Но вот в Гудаури стоит туда ехать с детьми? Ой. Нет, с детьми, или это все-таки взрослый курорт? Сюда с детьми приезжают даже индусы, представляешь? Да? Да, учатся летать на параплане, не поверишь, вообще. Круглый год тут летают? Мы живем в Даури, я сейчас покажу. Поэтому, если захочешь за мной приехать, после этого мы возьмешь телефон и контакт. Контактируем вас, если поможем, мы живем. Никакие вопросы, чисто по-человечески, как свои. Когда спросить у нейтрального человека, а трассы вот здесь проходят? Это трассы. Да, сейчас все увидишь. Я выше на дорогу. Видишь те домики слева? Краны там стоят. Ага. Вот мы в тех домиках живем. Там апарт-отель, мы покупили там. Нам сегодня с погодой. Очень. Не просто повезло, очень.
который там вот этот с ума сошел? Это вот этот? Нет, сейчас покажу. Вон он. Видишь, вон по гору. Там нет. Вот там сверху. Вон самый верх. Вот тот? Это черный. Ветер ловим, и все выше и выше, да? Да, это как серфер. Ага. Древние волны. Там я напишу волну и начну работать. Древние волны. Ну и все. Ну и факт. Надо было какую-то куртку одеть, свежего. Я с собой катаюсь, извини. Ничего страшного. Наоборот, свежий будет, свежесть на улице. Немножко подняться, можно идти, переболеть. Зимой у нас по арабам приезжают, в тапочках лететь зимой. Шлепков приходят, выходят из своего машины. Понимаете, ребят, надо одеться. Вот у нас одежда есть, пожалуйста. Нет, мы приехали замерзли. Ну очень замерзли. После полета, слышишь? Отмораживается, валит все. Реально в тапках летел. Полетели, дружище. А мы туда будем подлетать? Куда ты хочешь? Куда? Куда хочешь? Нет. У нас высоты вагон. Ну вот это вот, это просто асфальтировано? Или это тоже... Это асфальт, это грунтовка. Ну, это для лыж? Ага. Для лыж, когда лыжи тут все разотрачивают, 135 километров, 32 километра. Ага. Куда ты хочешь? К арочке хочешь? Арочка это что? Вот та вот монумент или что? Ну давай, к арочке. Арочка это где? Вот там? Ну вот видишь, арка такая вот. Монумент, будет много машин там. Такая фигня. Сейчас я развернусь еще раз. Вот та, это арка называется? Я думал, арка это она. Она стоит. Ну, куда? Выбирай. Через каньон? Ну, туда хочу.